Лучший вариант для воскресного утра – занятие фитнесом в прекрасной компании и в живописном месте. Когда Ирина Полякова придумала свой фитнес-уикенд, она ни минуты не сомневалась, где его провести. Выбор сразу пал на жилой комплекс «Саровская ривьера». У нас Саровская ривьера очень красивая, и мы сейчас наблюдаем часто, что в социальных сетях многие выкладывают фотографии с Саровской ривьеры. Действительно, очень красивые виды. Здесь приятно находиться, здесь можно отдыхать, и, в принципе, сама по себе площадка огромная, она позволяет расположиться практически в любом месте и позаниматься любыми делами. Можно просто позагорать, можно активно побегать, попрыгать. Зажигательная зумба, ободряющий функциональный тренинг и уравновешивающий боди-баланс. Программа тренировок подойдет каждой. Участие в фитнес-уикенде абсолютно бесплатное. Присоединиться к нему очень просто. Достаточно прийти 5 августа в жилой комплекс «Саровская ривьера» к 10 утра в спортивной форме и с хорошим настроением. Весь необходимый для занятий инвентарь вам предоставят. Также абсолютно не важен ваш возраст и уровень спортивной подготовки. Любая девочка может прийти к нам на тренировку абсолютно с любой подготовкой. У всех все получится. Мы везде будем контролировать. У нас фитнес-уикенд будут проводить наши тренеры. И у нас всегда будут смотреть со стороны тренера, подходить где-то, что-то исправлять, помогать девочкам. Поэтому абсолютно без страха и риска можно прийти на тренировки. И еще один приятный бонус. Организаторы решили совместить тренировки с фотосессией. Так что на память об этом спортивном уикенде у вас останутся замечательные снимки. Итак, запомните и не пропустите. 5 августа, 10 утра, жилой комплекс «Саровская ривьера». Фитнес-уикенд от «Броско Фитнес».